Итак, здравствуйте. Всем привет. Вот сегодня было первое видео, в котором я объяснял, как подешевле купить, побольше прилипал. Прилипал, да. А сейчас дочка будет скрывать наши прилипалы. Как бы это сделать, чтобы... Да не. О! Можно и так. Так, чего это у нас там? Что у нас там попало? Сложно это делается, что-то не очень-то это... О! Кто там у нас? Ой! Ой! Какое чудо-юдо! Чудесное! Да, какая-то странная. Покажи, а то это снимает только твой кулак. Вот такая красивая очень штучка. Она мне нравится. Давай еще скрывать. Как будто песик какой-то. Все, глаза слышат. И можно начать. Вот какая-то плоская что-то. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне даже нравится. Какие-то клыки у нее. Название мы пока не знаем. Да, еще неизвестно. А вот так просто отрезаем. Ну, надеюсь, будет известно вскоре, может быть. Какая-нибудь, вот как в первой части альбом выйдет какой-нибудь. Ну да. Если я бы хотела. Ой! Какая красивая штучка! Очень красивая, правда. Вау! Наверное, редкий. Ну, я не знаю. Ну, так блестит. Угу. Здорово. А тут у нас... Ой-ой-ой, все сложнее и интересней. Ой, какой красивый, оранжевенький. Какой такой. Оранжевый. Да, красивенький. Ой, красота какая. Какие красавцы у нас. Так, теперь у нас голубой чудик. Тоже какой-то. Чудик голубой. Так, и последний пакетик. Последний на сегодня пакетик. Открываем, открываем. Так. Ту-дум. О, какой-то тоже красивый чудик. Итак, я вынужден... Нам повезло, нам вообще повторных не попалось. Да, вынуждена вам признаться в том, что у нас без повторных. Нам просто повезло. Так, ну вот все наши прилипалки, которые нам сегодня попались. Да, красивые очень. Все красивые, все разноцветные, и все разные. И, как я вижу, вроде бы нам какой-то один из редких, может быть, попался вот этот блестящий. Возможно, возможно. Итак, подписывайтесь на наш канал Тыковка ТВ, ставьте лайки, изучайте первое видео, на котором я объясняю, как можно дешевле купить... прилипало. В комментариях пишите, обменивайтесь мыслями, где продаются дома для прилипал. Чудесная подводная лодка. Все, всего доброго, всем пока. Всем пока, до свидания.